Всем привет из города Харькова. Я вот сейчас весь такой красивый иду с работы. У нас телевидение сегодня было в гостях. А иду не домой, а иду на прогулочку на лодочке. Мы так по-семейному решили прокатиться. Сейчас жена с ребенком подойдет. И я вам покажу, как это у нас интересно происходит здесь в городе. Вот такая живописная здесь река. Камни. И вот там за мостом один из пунктов проката лодок. Нам туда. Лодочная станция Харьков Ласточка. Здесь есть правила при катании на лодках на русском и на английском языках. Вот мы отплываем, и нас сопровождают утки. Мне это чем-то напомнило, как в море дельфины. Те прыгают, и эти. Видимо, их так приучили, подкармливают, что они выписывают тут вокруг нас круги. Реально, смотри, вокруг лодки плавают. Причем это еще, смотри, как дрессированное вот так вот делает, открывает клюв и еще так рякает. Не привыкли, видимо, что их кормят. Так, ну что, а мы поплыли дальше. Гребем. Весла довольно-таки тяжелые, я бы сказал, после там, допустим, резиновой лодки или сечанки. Вот, непривычно. Стоит тут это удовольствие сейчас, сколько, 35, да? 35 гривен с человека час. То есть это, в принципе, по нынешнему нашему воровскому курсу, получается, что, $1? Ну да. Полтора. Вот. Полтора. Можно я пересяду, мы плывем, папа? За нами он, красота, папа. Какая. Виды, конечно, открываются здесь прекрасные с воды. Иначе все смотрится. И мы сейчас подплыли так называемой Лопанской стрелке. Здесь впадают две реки. Река Лопань и река Харьков. И дальше к так называемой идет движение воды к Нетичинской гребле. То есть там небольшая плотина. Это наш новый такой романтический мост. Мост свиданий, на который навешали уже огромное количество замочков. Влюбленные пары. Вот еще одна, как это правильно называется, пристань, да? Причал. Лодочки новые, причем вот на лодке панель солнечной батареи. И тут вечером ставят фонарики красивые, которые светятся на лодочках. Я не против, но вот так, чтобы мы не бреем. А мы туда, куда надо будет. Очень живописно. С воды все смотрится. Прекрасное место для свиданий. Для прогулок таких необычных. А здесь рядом, прям у берега, пиццерия. И пасутся утки. Проплываем под мостом. Ух ты! Трамвай гремит. Вон вид какой открывается.
Река, в принципе, тут скромная. Реки, хоть ты лусни, в Харькове не текут. Вот. В этом плане, как я как-то слышал, до столицы Харьков не дотягивал. Потому что реки очень маловодные, что ли. Все-таки дамбочки поднимают уровень. То есть, на самом деле, тут если не дамба там впереди, то тут бы река была вообще такое. Шумный ручей. Причем, когда открывают воду, спускают. Вот сейчас я фотографии подыщу, поставлю видео. Посмотрите, как это выглядит. На реке так много пуха, что кажется, что можно встать и пойти по ней. Потому что вода местами ровная, без волн. И пух создает впечатление, что это как поверхность какая-то. Ну что, вот мы где-то в нейтральных водах. Совсем заблудились. По кругу, наверное, плаваем, да, капитан? Да. Что там по курсу? Землю не видно? Не видно. Очень красивый такой сквер на Лопанской стрелке на набережной.